вот он, этот бузер, который еще знают как ОВБ-76. Частота 4625 спокойно продолжает свою работу. Вы слышите его звук, вы видите форму сигнала на водопаде, на дисплее монитора. В общем-то, ничего сверхъестественного. Назначение действительно непонятно в данную минуту мне. Но сколько фильмов на эту тему снято, сколько видео загружено в YouTube. Просто диву даешься.